В Египте проходит второй день первого тура парламентских выборов. В воскресенье была отмечена достаточно низкая явка избирателей, около 10%, сообщает Рейтер. Особенно низкая явка среди молодых египтян. Чтобы как можно больше избирателей могли проголосовать, египетские власти объявили сокращенный рабочий день. Я не знаю, собирается ли голосовать молодежь. Что у них в голове и с чем они борются? Чего еще они хотят? Неужели они не хотят дать стране шанс на прогресс? Чего они ждут? Да поможет нам Аллах. Понедельник – завершающий день первого тура выборов, в котором голосуют 14 из 27 египетских провинций. Остальные выберут своих депутатов во втором туре 22-23 ноября. Законодательный орган власти, без которого Египет жил 3 года, должен быть окончательно сформирован не позднее конца декабря.